А вы знали, что на вашем телефоне в паре работает всегда два антивируса? Я покажу, где они находятся, как их отключить, потому что если они обои работают, они тратят оперативную память, садят батарею. Смотрите, с вас лайки подписка. Первый антивирус находится в пункте безопасность. Когда вы заходите в безопасность, здесь у вас видите антивирус, и он всегда тоже работает. Самостоятельно запускается, чистит память, проверяет антивирус и так дальше. Как видите, у меня все в порядке. Также, нажимая на шестеренку, вы можете проверять перед установкой любое приложение, обновляться автоматически, рут-доступ, обновление системы, исключения даже можете какие-то сделать и так дальше. Но есть еще один антивирус, который тоже повторяет и каждый раз все чистит в нашем телефоне. Но я бы сказал, что он бесполезный, потому что он находится в Play Market. В Play Market и так все загружается и перед этим проверяется. Заходим в Play Market, нажимаем на свой аватарчик. Здесь мы видим такой пункт управления приложения устройствами. И здесь вот у вас вот это вот у меня сейчас выключено. Ну, я выключил до этого, а так у меня тоже было включено. И постоянно проверяется, вот смотрите, 85 приложений. Находится он еще вот здесь. Вот заходим назад, значит, выходим, заходим в Play Market, нажимаем на аватарчик, и здесь вот, чтобы его отключить, Play защита, видите? Нажимаем на Play защиту, выбираем в правом верхнем углу шестеренку, здесь нажимаем вот эти вот сканирования, отключаем, делаем, вводим штрих-код, либо же отпечаток пальца делаем, у меня что-то не получается использовать графический ключ. Давайте используем графический ключ для отключения. И все, я его отключил раз и навсегда. Теперь оперативка будет в норме, батарея не так быстро будет садиться, и я буду довольный своим телефоном. Не благодарить.